Концерт «Поделись с детьми частичкой счастья» – благотворительная акция, основная цель которой – сбор средств для детей-сирот Пинской школы-интерната имени Казакова. Ее воспитанники – ребята, оказавшиеся в социально опасном положении. Средства будут собраны для того, чтобы там поддержать тех детей, которые оставлены родителями и сирот. Родилась эта идея помочь тем, кто испытывает большую нужду в этом. Поэтому мы решили сделать этот благотворительный концерт. Особенность мероприятия заключалась в том, что участники концерта не профессионалы. Это любительские коллективы исполнителей из разных уголков Брестской области. На одной сцене их объединило желание помочь ребятам, которые оказались в беде. Это мероприятие призвано акцентировать внимание людей на проблемах детей, нуждающихся в помощи. Я хочу отметить, что хористы у нас не профессионалы. Очень мало, кто знает, даже нотную грамоту. У нас только у троих есть музыкальное образование, и они работают просто на энтузиазме. Вот эта вот акция сегодняшняя, сегодняшнее наше выступление, я надеюсь всем пришедшим зрителям, и в том числе и выступающим, потому что концерт, когда дается концерт, он дается не только для слушателей, он в первую очередь для самих выступающих, потому что это пение от сердца, это пение от души. В завершении мероприятия каждый желающий смог принять участие в акции и хотя бы немного помочь детям, ведь даже из капель можно собрать море. Малая помощь в нужное время лучше, чем большая в ненужное, ведь качество благотворительности человека больше определяется добродетелью, чем богатством. Поэтому, делая благо другим, всегда совершаешь благо себе.